I've been hearing this wonderful kirtan that in my mind for such a long time. Я слушал такой замечательный киртан, который столько времени шел. So our theme today is going to be unity amongst devotees. Сегодня тема нашей лекции будет единство среди преданных. Is everyone completely united, or we need to? Здесь уже все такие объединенные, единые, или нужно работать? Ну, на самом деле всегда есть возможность для улучшения. In Kali Yuga, this is the biggest challenge. В Кали-Югу это самая большая проблема. Cooperate, get everyone to cooperate. Сделать так, чтобы все сотрудничали. Сегодня будем читать Бхагавад-гиту. Welcome to the Saturday evening program. Добро пожаловать на субботнюю программу, вечернюю программу. Надеюсь, все поели достаточно прасада. Все ели прасад. Но надеюсь, вы не переели. Why is that? Почему это важно? Да, чтобы вы не уснули на лекции. Once somebody asked Prabhupada this question. Однажды Шрила Прабхупаде задали такой вопрос. He said, the sub-devotees are so magnanimous, they give their prasadam away. Его спросили, есть преданные, которые очень щедрые и все время всех кормят прасадом, раздают свой прасад. And there are some who steal from other people's plate. А есть те, кто воруют, наоборот, у других прасад из их тарелок. Особенно если там покоры или качори. И преданный спросил, кто из этих лучше, из этих двух видов лучше. Прабхупада сказал, те и другие хорошие. По крайней мере, им нравится прасад. Прасад – это милость Господа. Кришна говорит в Бхагавад-гите, those who eat without offering to me are eating only sin. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто едят пищу, не предложенную мне, едят один лишь грех. So Prabhupada once gave an example. He said, if you take a piece of grass and try to break it, it will break very easily. Однажды Шрила Прабхупада привел такой пример. Он сказал, что если взять одну травинку, то ее очень легко можно сломать. Но если взять много травинок и вместе их связать, сплести, то они станут крепче веревки. Что это означает? Какой смысл в этом? We should always work together. Это значит, что мы должны работать вместе. Prabhupada used to say, there's a famous English phrase, united we stand, divided we fall. Шрила Прабхупада часто цитировал знаменитое английское выражение, что вместе мы выстоим, поодиночке мы все обречены. One of the reasons why it's kind of grown all over the world is Prabhupada encouraged the theme of unity, and he gave us a very good system of management. Одна из причин, почему ИСККОН развивается по всему миру, в том, что Шрила Прабхупада подчеркивал вот это единство, и он создал очень хорошую систему управления, которая поддерживает единство. He established the Governing Body Commission, and because of the cooperation, it's kind of continued to expand. Шрила Прабхупада создал
совет, управляющий совет ИСККОН GBC, благодаря сотрудничеству в этом совете ИСККОН развивается по всему миру. In a famous phrase that Prabhupada said, he said, your love for me will be shown how you cooperate with each other. Еще одно знаменитое высказывание Шрилы Прабхупады, это такое высказывание. Ваша любовь ко мне будет проверена тем, насколько вы сможете сотрудничать между собой. So we need to cooperate at various levels. И нам нужно сотрудничать на разных уровнях. From the bottom to the top. И сотрудничество нужно как на верхних эшелонах, так и на нижних эшелонах. So in the 12th chapter of the Gita, Krishna describes how we can become dear to the Lord. И в 12 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, каким образом можно стать дорогим Господу. Can everyone hear clearly in the back? Сзади всем слышно? This is text 13 and 14 of the 12th chapter of the Gita. Итак, это Бхагавад-гита, глава 12, тексты 13 и 14. Ом Ну Бхагавате Васудевая. Ом Ну Бхагавате Васудевая. Ом Ну Бхагавате Васудевая. Verses describe the qualities that we should develop. В этих двух стихах описаны качества, которые мы должны развивать. In our scriptures, so many references to the qualities that we should develop. В наших писаниях есть много описаний тех качеств, которые мы должны развивать. In the Chaitanya Charitamrita, our Chaitanya talks about 26 qualities of Sanatana Goswami. В Шри Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья описывает 26 качеств преданного Санатана Госвами. Прахлад Махарадж talks about qualities to develop. Прахлад Махарадж также описывает качества, которые нужно развить. And the Bhagavad Gita there are references also. И в Бхагавад Гите здесь также Господь описывает эти качества. At the same time, we'll just do the translation and the reading of the report. И для того, чтобы сэкономить время, мы прочитаем перевод и часть комментария. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: «Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания». В Шримад-Бхагаватам 10.14.8 сказано: «Таттену кампамсу самих шамано бурджана и ватма критам випакам». Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. Наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталась лишь малая толика страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама. Он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом,
У него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и, поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения, но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Как я уже ранее говорил, сегодня у нас такая тема – единство среди преданных. What causes this unity? Что является причиной раздоров и отсутствия единства? There is nothing blind in this world. Здесь это объясняется в этом стихе. If we take it before this world, then it will help us to develop a solid character. Если мы будем следовать наставлениям, которые даны в этом стихе, это поможет нам развить необходимые качества, которые помогут нам обрести единство. Все запомнили стих наизусть уже? Я знаю многих преданных, которые знают наизусть эти стихи. We should not forget that the knowledge of the Bhagavad Gita is for entire humanity. Также не стоит забывать, что знание, которое содержится в Бхагавад Гите, предназначено для всего человечества. Krishna says, "Aham bija pradapita. I am the seed-giving father of all living entities." Кришна говорит: "Aham bija pradapita. Я отец всех живых существ." Prabhupada's Bhagavad Gita has changed the lives of millions of people all over the world. Bhagavad Gita Шрилы Прабхупады изменила жизнь миллионов людей по всему миру. Prabhupada's Gita has been translated in more than 80 languages of the world. Сейчас Bhagavad Gita Шрилы Прабхупады переведена на более чем 80 языков мира. Prabhupada's Bhagavad Gita, when he first came to America, was published by a very big American publishing house called Macmillan. Первый раз в Америке перевод Бхагавад Гиты Шрилы Прабхупады был опубликован очень крупным издательством американским Macmillan. One of Prabhupada's dear disciples was the late Brahmananda Prabhu. Один из дорогих учеников Шрилы Прабхупады был Брахмананда Прабху, который недавно покинул этот мир. He passed away a year ago. Он год назад покинул этот мир. So Brahmananda Prabhu told us a very interesting story how the Bhagavad Gita got published in this big publishing house, Macmillan. И Брахмананда Прабху рассказывал очень интересную историю о том, каким образом удалось сделать так, чтобы вот это известное издательство Macmillan напечатало Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады. After Prabhupada came to America, he wanted the Bhagavad-gita published, a big publishing house, big American publishing house. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он хотел, чтобы какое-то крупное издательство американское напечатал его Бхагавад-гиту. Once Prabhupada had translated Bhagavad-gita in India, and he was looking for a publisher. Еще в Индии в свое время Шрила Прабхупада
перевел Бхагавад-гиту и искал издателя. Later when he found somebody who was ready to finance it, he discovered the Bhagavad-gita manuscript was lost. И когда он нашел человека, который был готов опубликовать ее, издательство, которое было готово опубликовать, он обнаружил, что рукописи нет. Но он не потерял, но это не разочаровало Шрила Прабхупаду, он снова перевел Бхагавад-гиту. Вчера мы говорили о 50-летии основания ИСКО. Итак, Шрила Прабхупада сказал Брахмананде и другим ученикам, попробуйте найти издательство, которое опубликует Бхагавад-гиту. Я не обращаюсь в разные издательства, но никто не проявлял интереса. Они говорили, что мы уже издавали Бхагавад-гиты. At that time, ISKCON had produced a happening record in which Prabhupada was singing Hare Krishna mantra. К тому моменту ИСКОН выпустил пластинку с пением Хари Кришна мантры. То есть Шрила Прабхупада на этой пластинке пел Хари Кришна мантру. And this record, these were the old days when they had these big records. Это была большая пластинка такая, как и раньше, помните, были такие большие пластинки. В большей стране тоже были такие пластинки. Такие большие пластинки на 33 оборота. So this record was advertised in a local New York newspaper called The Village Voice. И эту пластинку рекламировали в местной газете нью-йоркской, которая называлась Village Voice. And one accountant who worked for the Macmillan Company saw this advertisement, and using a Macmillan letterhead, wrote to this Village Voice, wrote to ISKCON, that I want one of these records. И один бухгалтер, который работал в издательстве Macmillan, увидел рекламу пластинки и на фирменном бланке издательства Macmillan написал письмо в ИСКОН, что он хочет приобрести такую пластинку. You may not know in Russia, but Macmillan is a very famous publishing house, a very prestigious publishing house in the Western world. Может быть, в России это издательство не очень известно, но на Западе, в Америке, это очень популярное издательство Macmillan, очень известное. The Brahmananda read that and got that letter from this accountant on a Macmillan letterhead. Please give me one of your records, I want to buy it. И Брахмананда увидел это письмо на фирменном бланке издательства Macmillan, где было написано, пожалуйста, привезите мне эту пластинку, я хочу ее приобрести. So he went to Prabhupada, excited. Prabhupada, somebody from the Macmillan company wants your latest record. И он очень радостный пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, вот человек из издательства Macmillan хочет приобрести нашу пластинку. So normally, the devotees will send the record by post. И обычно, когда приходили заказы на эти пластинки, преданные отправляли их людям по почте. Прабхупада сказал Брахмананде, ему почту и пластинку не отправляй, лично доставь эту пластинку ему в офис. И Брахмананда поехал лично в офис компании Macmillan, чтобы передать пластинку заказчику. When he arrived in his office, he met the editor of the religious book section of the Macmillan Company.
когда он был в офисе Макмиллан, издательства Макмиллан, в этом же офисе оказался редактор отдела религиозной литературы этого издательства. So he came and introduced the editor to Brahmananda Prabhu. И бухгалтер представил этого редактора Брахмананде Прабху. So Brahmananda knew he was a religious editor, he said. My spiritual master has translated Bhagavad Gita as it is, and we want to publish. И когда Брахмананда узнал, что человек, с которым его познакомили, редактор отдела религиозной литературы, он сказал, мой духовный учитель перевел Бхагавад-гиту, как она есть. And the editor said, this is exactly what I'm looking for. Bhagavad-gita, publish all. I'm looking for to publish the Bhagavad-gita. И редактор сказал ему, о, это как раз то, что нам нужно. Я как раз хотел, думал, где бы найти перевод Бхагавад-гиты. Мы хотели опубликовать перевод Бхагавад-гиты. И Брахмананда побежал к Прабхупаде и сказал, что Прабхупаде нашел человека, который готов опубликовать Бхагавад-гиту. И таким образом, первый раз в Америке было издано Бхагавад-гита Шрила Прабхупады очень известным и престижным издательством. Now this Bhagavad-gita has been translated in more than 80 languages of the world. Сейчас Бхагавад-гита переведена на более чем 80 языков мира. And Bhagavad-gita summarizes the vast Vedic literature. Бхагавад-гита — это суть всей ведической литературы. The conclusion of Bhagavad-gita is pure devotional service. И вывод, к которому подводит Бхагавад-гита, это чистое преданное служение. This chapter that we're reading is called devotional service. Эта глава, которую мы читаем сейчас, называется чистое преданное служение. Reading chapters 700 verses. В Бхагавад-гите 18 глав и 700 стихов. Krishna is telling us how to be who come near to him. И в этих двух стихах Кришна говорит нам, как стать дорогим ему. I'm sure you all want to become dear to Krishna. И я уверен, все вы хотите стать дорогими Кришне. Правда? Да? Right now you're very dear to Maya. Сейчас мы все очень дороги Майе. Да или нет? Наш роман с Майей все никак не закончится. Не закончился. И нам нужно совершать Шравнам Киртан для того, чтобы закончить наконец эти отношения. First thing Krishna says, Advaita Sarvabhutanam. The word Advaita means non-envious. И первое, что говорит Кришна, Адвешта Сарвабутанам. Адвешта значит тот, кто свободен от зависти. What's the cause of conflict among devotees? Что является причиной конфликтов между преданными? In the material world, unite anyone is not easy. В материальном мире очень непросто объединить людей. Правда? Everyone is independently minded. Потому что у всех очень независимый склад ума. One of the causes of this unity is I think this other person should not be doing what he's doing. I'm envious of him. Одна основная причина конфликтов так в том, что мы думаем, вот этот человек, как я думаю, не должен делать то, что он делает. То есть мы завидуем ему. So we criticize. Мы начинаем критиковать его. We compete. Мы начинаем соревноваться. But if you recognize, соперничать. Then ultimately the Lord is the proprietor. It will be the question of envy. Но если мы признаем, что именно Верховный Господь является владыкой всего, то чему тогда завидовать и вообще как можно думать о зависти тогда? In the Chaitanya Charitamrita, in the story
Сарвабхаума Бхаттачарья. В Читании Чаритамриты описана история, связанная с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, который в свое время был убежденным имперсоналистом, который стал преданным. He had one daughter, Dochka. У него была дочка, которая была замужем за человеком, которого звали Амокха. Whenever Lord Chaitanya would travel anywhere, he would be invited by devotees to have prasad in their homes. Когда Господь Чайтанья путешествовал, куда бы он ни приходил, всегда разные преданные приглашали его к себе домой на прасад. They would say, please have prasad for 1 week in our home. Они говорили, пожалуйста, обедай у нас дома в течение недели. Господь Чайтанья говорил, нет, там 2 дня только максимум, или 3 дня. So, Lord Chaitanya was invited to the house of Sarvabhauma Bhattacharya for prasad. И Сарвабхаума Бхаттачарья пригласил Господа Чайтанью к себе домой на прасад. He knew his son-in-law. Very critical of Lord Chaitanya. И он знал, что его зять очень завидует Господу Чайтанье и критично к нему относится. So Sarvabhauma Bhattacharya would stand at the door with a stick to make sure that Amogha could not come in and see what was being offered to the Lord. Поэтому, когда Господь Чайтанья обедал у него дома, Сарвабхаума Бхаттачарья стоял у дверей дома с палкой, чтобы не пустить Амокху, чтобы он не зашел и не увидел, что предлагают Господу Чайтанье. Амокха would pierce his ears against the wall, and he would very carefully hear Lord Chaitanya's word to see if he could find any fault. А Амокха стоял у стены дома, прислонив ухо к стене, слушал внимательно, что там происходит в комнате, о чем говорит Господь Чайтанья. Он надеялся услышать что-то, за что можно потом покритиковать Господа Чайтанья. Сарвабхаума Бхаттачарья и его супруга, они готовили много-много блюд для Господа Чайтаньи, но Господь Чайтанья ел очень немного. One day, Sarvabhauma Bhattacharya had to leave guarding the door to help his wife serve the Lord. И в один из дней Сарвабхаума Бхаттачарья отошел ненадолго со своего поста у дверей для того, чтобы помочь жене принести какое-то блюдо Господу Чайтанье. And Amogha had chance. Come and see what was on the table. У Амокхи появилась возможность заглянуть в комнату и увидеть, что там на столе у Господа Чайтанья. And he saw all these items. He said, look at the sannyasi. Pretends to be a renunciate. He's eating more openly than a householder. Когда он увидел, сколько блюд стояло на столе перед Господом Чайтаньей, он сразу закричал, посмотрите только на этого так называемого саньяси. Он делает вид, что отреченный человек, а ест больше семейных людей даже. Сарвабхаума Бхаттачарья очень разозлился. Он погнался за Амокхой, чтобы побить его, но не смог его догнать, поскольку тот был молодым. Через какое-то время Амокха заболел холерой и уже практически был при смерти. Lord Chaitanya, when he heard about him on his deathbed, went to see him. Когда Господь Чайтанья услышал о том, что Амокха лежит при смерти, он пришел проведать его. Lord Chaitanya kept his hand on Amokha's chest and said, as long as envy is in the heart, Krishna will not reside there. Господь Чайтанья вошел к Амокхе, положил руку ему на грудь и сказал, до тех пор, пока в твоем сердце живет зависть, Кришна там не поселится. You like eating next to a garbage can? Вам нравится сидеть есть просад рядом с мусорным ведром?
You like sitting in a garbage can. Нравится вообще сидеть рядом с мусоркой. So Krishna doesn't like sitting next to a dirty heart. И подобным образом Кришне тоже не нравится находиться в грязном сердце. So we need to clean the heart of envy. Поэтому сердце нужно очистить от зависти. He has something that I don't have. Вот у кого-то есть то, чего нет у меня. That's the beginning of envy. С этого зависть начинается. That's the beginning of disunity. И с этого начинается, раздоры и ссоры. Krishna says, don't be envious. Но Кришна говорит, не будьте завистливыми. Then he says, Sarva Bhutanam. Sarva Bhutanam means friend to all living entities. Затем он говорит Сарва Бхутанам, друг всех живых существ. That's the nature of a devotee. Такова природа преданного. Friend of everyone. Он друг всех. In the third canto, Akhupiradev describes the qualities of a saintly person. В третьей песне Шримад Бхагаватам Господь Капиладева описывает качества святых людей. He says, Sudha Sarvadehina, friend of all living entities. И он говорит, Сухаридам Сарвадехинам, преданный друг всех живых существ. Friend of even the insects and the ants. Он друг даже муравьям и другим насекомым. Regarding the hunter, got purified by Narada Muni's association. Охотник Мригари очистился благодаря общению с Нарадой Муни. And he would not even place his feet on the ground. He saw that there was no entity on the ground. И в результате он настолько очистился, что он даже не делал шага, пока не убеждался в том, что на земле нет каких-то насекомых. So the only the friend of everyone. Итак, преданный является другом всех. Кто-то может считать его своим врагом, но ну, сам преданный никому не относится враждебно. И самый классический пример этого – это Харидас Такур. Все знают о Харидасе. Да? Он повторял святое имя 300 тысяч раз в день. So, the local Mohammedan chief to request Haridas ordered him to stop chanting the name of Krishna. И местный правитель мусульманский приказал Харидасу прекратить повторять святое имя Господа. The Haridas refused. It was dragged to 20 marketplaces by the servants of the king. Когда Харидас отказался выполнить этот приказ, наказание его слуги правителя потащили по 22 рыночным площадям и стали избивать. Что происходило, когда его тащили? Whipping Харидас, don't stop! Stop chanting, stop chanting, stop chanting. Они стегали Харидаса непрерывно нутами и говорили ему, прекрати повторять Хари Кришна, прекрати повторять. Normally, by the time somebody reached the second market, he would be dead by this whipping. Обычно, когда человека дотаскивали до второй рыночной площади, он был уже мертвый, потому что так сильно стегали нутами. And still he was alive, chanting the holy name with no signs of any beating on his body. Но Харидаса они тащили по 22 рыночным площадям, и на нем не было даже следов того, что его избивали, и он был оставался целым и невредимым. The servants who were whipping Haridas were scared of their lives. И эти слуги царя, которые избивали Харидаса, они уже стали бояться за собственную жизнь. Now the Kazi only was alive. We've been killed for 20 marketplaces, we've dragged his body.
he's still alive. И они стали думать, теперь Кази нас убьет, ведь мы не смогли убить его, хотя протащили через 22 рыночные площади, но он все не умирает, теперь нас самих казнят. What was Haridas thinking? И что думал Харидас? What's going to happen to those people who Gandhi commissioned to kill me? Что же будет с этими людьми, которым Кази поручил убить меня? If I don't die, these people will not be left alive. Если я не умру, Кази не оставит этих людей в живых. Haridas controlled his breathing process and became evident that he's dead now. Тогда Харидас задержал дыхание, остановил дыхание, и всем стало казаться, что он умер. And those who were whipping him began to rejoice in ecstasy. И те, кто избивали его, стали радоваться. So here was somebody whipping Haridas to death, and Haridas is thinking about their welfare, not his welfare. Вот ситуация. Вас, то есть Харидас избивали эти палачи, но он думал об их благе, он думал, как им помочь. Can you imagine? Можете себе такое представить? So much love for all entities. Столько любви ко всем живым существам. So they finally told the king, at last Haridas died. He died on the 22nd marketplace. В конце концов, царю доложили, что в конце концов на 22-й рыночной площади Харидас все-таки умер. The king said, we should give him a burial. Царь сказал, нужно его похоронить. I said, no, he was an insult to our religion. Throw him in the Ganga. Но Кази сказал, нет, он оскорбил нашу религию, поэтому хоронить его нельзя, нужно бросить его тело в Гангу. И его тело бросили в Гангу. Он переплыл на другой берег и там продолжил повторять святое имя. Когда царь услышал о том, что этот святой жив и повторяет святое имя, он пришел к Харидасу, царь пришел к Харидасу и стал просить у него прощения. So a devotee is also a friend of those who criticize him. Так преданный остается другом даже тем, кто критикует его. I'd gone with Prabhupada to his high school engagement in Canada in 68. В 68 году я был вместе со Шрила Прабхупадой на одной лекции в школе, которую он читал в Канаде. И после этой лекции один человек поднялся и стал критиковать Шрила Прабхупаду. Cool, Шрила Прабхупада оставался абсолютно невозмутимым. Two months later, when Prabhupada left the city, he called that person and blessed him. Ну, через два месяца, когда Шрила Прабхупада уезжал из этого города, он попросил позвать этого человека и благословил его. So the devotee is a kind friend of all entities. Преданный является другом всех живых существ. If you're a friend of everyone, then there will be no question of disunity. Если вы будете друзьями всем, то тогда не может быть и речи никакой о каких-то ссорах или раздорах. He does not think himself the proprietor, the free from false ego. Другие качества – это то, что преданный свободен от чувства собственничества и от ложного эго. What's the correct understanding? Who is the real Bhokta? Какое правильное понимание? Кто настоящий Бхокта или наслаждающийся? Bhokta nam yagata bhut sam. Sabaloka? Кришна является истинным наслаждающимся. Prabhupada said to be Krishna conscious is very easy. Шрила Прабхупада говорил, что быть в сознании Кришны очень просто. Нужно понимать, что Кришна – владыка всего.
is enjoyer. Что он наслаждающийся. And he's our well-wisher. И он наш доброжелатель. What does it mean, he's our well-wisher? Что означает, что он наш доброжелатель? Krishna knows what's best for me. Это означает, что Кришна знает, что для меня самое лучшее. And Krishna says, "Sarva dharma pratyaja mam ekam janam rajam tam sarva papa moksha mimasachara." I accept it. I don't speculate. I don't challenge. I don't interpret. Когда Кришна говорит, "Sarva dharma pratyaja mam ekam janam rajam," я принимаю это, я не пытаюсь это оспаривать, не пытаюсь это как-то толковать, не пытаюсь бросать этому вызов, я просто принимаю это. So we should recognize Krishna as our well-wisher. Мы должны признать, что Кришна наш доброжелатель. As our well-wisher, he knows what is best for us. И как доброжелатель, он знает, что для нас самое лучшее. Then Krishna says, free from false ego. Затем Кришна говорит, свободны от ложного эго. Prabhupada explains this point in the Purport. Шрила Прабхупада объясняет это в комментариях. Why do we have this false ego? Почему у нас есть ложное эго? Why? Почему? Because we consider ourselves as the body. Because we identify with the body. Потому что мы отождествляем себя с телом. This body is my real self. И думаем, что это тело – это я. This morning. You are lecturing on Prahlad Maharaj's response to his father. Сегодня утром мы читали лекцию по стиху, который произнес Прахлад Махарадж в ответ своему отцу. Prahlad Maharaj was saying, if you uncontrolled senses, people are headed towards the headed planets. Прахлад Махарадж говорит, из-за того, что люди не способны контролировать свои чувства, они направляются в ад. Они просто пережевывают уже жеванное. Пунат пунат чарвита чарвананда. In the scriptures, you read about examples of different animals, how they get caught to death due to addiction to satisfying their senses. В Священном Писании приводятся примеры животных, которые встречают свою смерть из-за своей привычки потворствовать желаниям своих чувств. Например, вот есть мотыльки. What's a moth attracted to? К чему больше всего привлекаются мотыльки? Light. К свету. What is that for his eyes? Мотылек хочет насладить свои глаза. In the night when you put on the lights, this is what I was waiting for all day. Когда ночью включаются фонари, то мотыльки радуются, они думают, о, мы весь целый день ждали этого момента. Then they want to kiss the light. И они хотят поцеловать этот свет. He goes to the light. Они летят к свету. And they get burned to death. И сгорают там, умирают. Then he has the deer. Затем есть олень. The large ears, the deer. У оленя большие уши. Very attracted to sweet melodies. И оленям очень нравятся очень такие приятные мелодии. So the hunter, he wants to capture a deer. He plays a particular melody. И охотники, которые хотят поймать оленей, они на своих рожках играют определенные мелодии. You see deer in the park here? Видели здесь в парке оленей? In Washington, where our temple is in Potomac, the whole area is full of deer. В Вашингтоне наш храм находится в Потомаке, и там в парке очень много оленей. Там в округе очень много оленей живет. И они постоянно выскакивают на дорогу, не знаешь даже, в какой момент они выскочат. Их там очень много. So the hunter plays a particular melody. Deer stops to hear the melody
И охотник играет определенную мелодию на рожке, и олень останавливается, замирает, чтобы услышать эту мелодию, насладиться ей. И в этот момент охотник стреляет в оленя, убивает его. Есть также пчелы. They get very attracted to the fragrance of the flower, the lotus flower. Пчелы очень привлекаются запахом лотоса. And in the evening, when the lotus closes, the bee is in so much samadhi, it forgets the lotus is going to close. И пчела садится в лотос, и привлеченный вот этим ароматом попадает в самадхи и забывает о том, что вечером лотос закроется. И пчела думает: о, какое наслаждение, какой удивительный запах сидит там в этом лотосе. Но забывает, что ночью лотос закроется. И так пчела оказывается в ловушке и погибает тоже. Чем есть слон? И слонов так ловят, пускают впереди самку, он гонится за самкой. And then he ends up falling in the ditch and was put over there by the hunter. Охотник пускает специально обученную самку, слониху, перед слоном. Слон бежит за ней, и охотник ведет ее определенным образом. И там на пути есть ловушка, и слон попадает в эту ловушку. So, Bhagavad gives these examples to show how these different animals being slaves of their senses, be their death. И в Шримад-Бхагаватам приводятся вот эти примеры, и для того, чтобы показать, каким образом из-за того, что эти различные животные являются рабами своих различных чувств, органов чувств, они становятся жертвами этого. The fish. How does the fisherman tend the fish? Есть рыбы. Как рыбаки ловят рыб? He puts food on the hook. Рыбак насаживает какую-то наживку на крючок. Fish goes to eat the food, the extract. Рыба плывет, видит еду, хватает ее и попадает на крючок. And the problem with the human being is all the senses are competing for satisfaction. А проблема у людей такая, что у них все чувства очень сильные, и все между собой борются за то, какое чувство нужно в первую очередь удовлетворить. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. И нам нужно понять, что я ничем не владею здесь. Кришна говорит: free from false ego, free from the concept of proprietorship. Итак, Кришна говорит: тот, кто свободен от ложного эго, тот, кто свободен от чувства собственничества. I may be a big oligarch. Я могу быть великим олигархом. Powerful man. Очень могущественным человеком. With all these possessions I have, all the bank balances I have, when do they get separated from me? Но все это богатство, что у меня есть, все эти счета в банках, которые у меня есть. Когда я с этим всем расстанусь? When? Когда? And death. В момент смерти. Everything will get separated in any case. В любом случае мы со всем, что у нас есть, расстанемся. Near Canto, read the story of Bali Maharaj. В восьмой песне Шримад Бхагаватам описана история Бали Махараджа. Lord had this guy, the Brahmin boy, and assembled in his, and was present in his assembly. Господь принял облик мальчика брахмана Вамана и пришел
в то место, где Бали Махарадж проводил жертвоприношение. Бали Махарадж received a Brahmin boy. What can I do for you? You're so fortunate. I'm so fortunate. You've come to bless me and my family. Бали Махарадж очень радушно принял мальчика Брахмана и сказал ему: как я могу тебе служить? Мне очень повезло, что ты пришел осветить меня и мою семью. Vamadev said, you want to give me something? Just give me enough land. I can give three footsteps. И Вамадев сказал, если ты хочешь мне что-то дать, дай мне три шага земли. That's all you want? I can give you a whole planet, a whole island. Why are you asking me for something so little? Бали Махарадж спросил у него: это все, что ты хочешь? Я могу тебе целую планету подарить. Проси у меня чего-то побольше. Нет, нет, мне хватит трех шагов земли. Шукрачарья was the spiritual master of Бали Махарадж. Шукрачарья был духовным учителем Бали Махарадж. You fool, you don't realize what you've done. This Brahmin is going to cover everything. The people still will take everything away from you. И он сказал, Шукрачарья сказал Бали Махараджу: ты глупец, что ты наделал? Ты пообещал ему три шага земли, этот Брахман этими тремя шагами покроет все, заберет у тебя все. Бали Махарадж. Everything's going to be taken away from me at death in any case. So the Lord is going to take it now. Let him take it. Everything belongs to him in any case. Why should I worry? И Бали Махарадж сказал: в любом случае я всего лишусь в момент смерти. Если Бог хочет у меня сейчас все это забрать, пусть забирает. В любом случае и так все ему принадлежит. So that's the devotee's understanding. Таково понимание преданного. I'm not the proprietor of anything. I'm just a temporary holder, and everything belongs to the Lord. Мне ничего не принадлежит. Мне лишь что-то дано на время, а так все принадлежит Господу. The equal in both happiness and distress. Тот, кто равно относится к счастью и горю. So in the material world, we all experience happiness and distress. В материальном мире мы все испытываем и счастье, и горе. What do we endeavor for? К чему мы стремимся? What do we endeavor for? К чему мы здесь стремимся? Happiness. Nobody wants this, right? Да, все стремятся к счастью, никто не хочет страдать. Only Queen Kunti wanted this, right? Только царица Кунти одна хотела страдания. А так больше никто не хочет, все хотят счастья. И мы все пытаемся найти здесь счастье. But Prahlad Maharaj said, don't over endeavor, you're not going to get a drop of our happiness, what is your destiny? Но Прахлад Махарадж говорит, не нужно чрезмерных усилий прилагать, вы все равно не получите ни капли больше счастья, чем вам отпущено. Как бы тяжело вы ни старались, все равно больше не получите. Даже ни капли больше не получите. Не то что литра, даже ни капли больше не получите. Поэтому не тратьте даром свое время. В наших писаниях очень глубокая мудрость. Тот, кто равно относится к счастью и горю, остается невозмутимым в счастье и горе. Вот как времена года приходят и уходят. Преданный, когда он испытывает страдания, он думает, на самом деле я должен был страдать в тысячу раз больше. Но Господь по своей милости свел мои страдания к минимуму. Я тут рассказывал одну историю в Сочи, я ее повторю. There was once a king, my two of his fingers cut,
Жил один царь, и вот этот царь однажды лишился двух пальцев. Он пошел к своему премьер-министру, который был очень религиозным человеком. Why did the Lord make me lose my two fingers? Почему Господь допустил, что я лишился двух пальцев? What wrong did I do? Что я сделал не так? И за что мне такое? И премьер-министр сказал ему, что бы ни делал Господь, он делает все для нашего блага. Царь разозлился, сказал, бросьте его в тюрьму, он не выражает мне, он мне не сострадает. Потом царь отправился на охоту. Его поймали разбойники. Эти разбойники захотели предложить царя богине Кали. В пятой песне описана история, как Джаду Барату хотели также предложить в жертву богине Кали. So as they were preparing for the king to go to Kali, massaging his body, giving a perfume bath, they saw, Когда царя готовили к предложению, когда его помыли, там, натерли ароматическими маслами, они вдруг обнаружили, что у него двух пальцев не хватает. Они сказали, это плохо, такое нельзя предлагать богине. У него пальцев не хватает, не комплект. Сказали, ну все, иди домой. He came back to the palace. И царь повернулся во дворец. Told the prime minister, he said, "Release the prime minister." Сказал сразу же, освободите премьер-министра. You are right. Whatever the Lord does, He does for our mercy. He told him the whole story. Он сказал ему, ты был прав, все, что не делает Господь, все к лучшему. И рассказал ему вот эту историю. Then the prime minister, the king said, "You are such a pious devotee of the Lord. Why did the Lord inspire me to put you in prison?" Ну затем царь сказал, ну погоди-ка, ты же такой великий преданный, такая благочестивая душа, почему же Господь допустил, чтобы я тебя посадил в тюрьму? Премьер-министр сказал, ну ты глупец. Если бы ты меня в тюрьму не посадил, я бы, как обычно, отправился вместе с тобой на охоту. I would have got caught also. Меня бы тоже поймали. Because all the parts of my body are intact, I would have got slaughtered. А поскольку у меня все части тела на месте, меня бы убили, принесли в жертву. So by putting me in prison, you saved me from being slaughtered. Так что посадив меня в тюрьму, ты меня спас от смерти. So the devotee is understanding. This distress, I should be getting 1,000 times worse. The Lord's mercy is minimized. Когда преданный испытывает какие-то страдания, он думает, да, я должен был страдать во много раз больше, но Господь по своей милости свел к минимуму мои страдания. How do you react to happiness? Как нужно правильно реагировать на счастье? Обычно мы видим, что когда люди испытывают какое-то материальное счастье, они в этот момент забывают о Боге. Кришна говорит, что люди приходят ко мне в четырех обстоятельствах. Какие это обстоятельства? Те, кто страдают, те, кто к Богу обращаются, те, кто страдает, те, кто хотят денег. Но я слышал, что вы здесь не любите деньги, вам не нравится, когда у вас деньги есть. Я слышал, что здесь вы настолько честны, что когда видите $100 на дороге, вы не берете их и говорите, пусть они там и лежат, где лежат. People come, one of them is distressed.
Итак, Богу обращаются те, кто страдают, те, кто хотят денег, любознательные люди и те, кто ищет настоящее знание. Когда преданный испытывает какое-то материальное счастье, когда он получает материальное богатство, он думает, все это приходит от Господа, нужно все это использовать в служении Господу. И также он понимает, что все это временно. Если сейчас я счастлив, то скоро я буду страдать. Мы должны понять, что материальное счастье, оно тоже временно. Со временем мы расстаемся со своими детьми. Straws come together in an ocean and then get separated in the ocean. Вот как соломинки, которых волны в океане на какое-то время сбивают в кучу и потом разбрасывают в разные стороны. So you can think that, oh, with this arrangement, I'm going to find real happiness in an ocean. И думать, что здесь вот в материальном мире я могу устроиться так, чтобы найти настоящее счастье, это просто иллюзия. We all make plans. But this relationship is going to give me pleasure. Мы все строим планы. Вот эти отношения, они принесут мне счастье. Ultimately, you realize everything was a bubble. Но в конце концов мы понимаем, что это был какой-то пузырь просто, который лопнул. Bubble gets busted every time. И этот пузырь, он вообще в любой момент может лопнуть. Then it says. One is self-satisfied. Затем здесь говорится тот, кто удовлетворен. So the devotee is satisfied in every condition. Преданный всегда удовлетворен в любом положении. In material life, no one is ever satisfied. Но в материальной жизни никто никогда не удовлетворен. Правда? Everyone wants. More. Все хотят все больше всего. They ever get satisfied? Когда-либо удовлетворяются люди здесь в материальном мире? No. They want more. Хотят все больше получить. If I make a little more money, I'll be satisfied. Они думают, вот мне бы хотя бы немного денег, и я буду счастлив. All over the world you see one pattern. По всему миру можно увидеть одно и то же. Rich are getting richer. Богатые становятся все богаче. All over the world. По всему миру. В Индии, в Америке, в России. Two or three percent of the rich people control 80% of the world, getting richer and richer. 2-3% богатых людей контролируют 80% всех богатств, и они все больше и больше богатеют. They're not satisfied. They want more. Ну, это происходит из-за того, что они, сколько бы у них ни было денег, они все равно недовольны и хотят еще. The body is satisfied because he has the holy name. Ну, преданный удовлетворен, поскольку у него есть святое имя. Prabhupada is a good example of Rupa Sanatana and Raghunath Goswami. Сула Прабхупада приводил пример Рупы Санатаны и Рагунатхи Госвами. They had one time. And access to unlimited wealth. В свое время у них они обладали огромными богатствами. When they came to Vrindavan, lead a retired life. They were living a life of Madhuri. They were nothing in their possession. Но придя во Вриндаване они жили очень отреченно, у них вообще практически ничего не было. Still they were satisfied. Но при этом они были полностью счастливы. Why? Почему? What do they have? Что у них было? The holy name. Святое имя. If we have the holy name, we're satisfied in every condition. Если у нас есть святое имя, мы будем счастливы в любой ситуации. Then Krishna says, be tolerant. Затем Кришна говорит, тот, кто терпелив.
This point comes up almost every day in every class. Эта тема поднимается практически каждый день в любой лекции. What did Lord Chaitanya advocate? А что проповедовал Господь Чайтанья? More tolerant than the tree. Он говорил о том, что нужно быть терпеливее дерева. Say the material world, there be honor and dishonor, victory and defeat, heat and cold. В материальном мире нам придется сталкиваться с счастьем, горем, с победой, с поражениями, со славой, с позором. If we develop the quality of tolerance, then again there will be unity amongst us. И если каждый из нас будет себе развивать терпение, то это также будет способствовать единству среди нас. Why do we not remain united? Почему мы разобщены? Почему у нас не хватает единства? My tolerance level is zero. Потому что у нас терпение на нуле. I can't tolerate anything. Я ничего не могу вынести, ничего не могу вытерпеть. Кришна says, be tolerant. Но Кришна говорит, будьте терпеливыми. Tolerate the agitation of your senses. Терпите побуждение своих чувств. Tolerate the environment, maybe too hot, maybe too cold. Терпите то, что вас окружает, там, жару или холод. Tolerate offensive behavior also. Терпите оскорбления, которые кто-то может в ваш адрес сделать. I'm example of tolerance. I just pray for Lord Nityananda the way he dealt with the guy in Malai. Самый удивительный пример терпения — это то, как Господь Нитянанда в истории повел себя в истории с Джагаем и Мадхаем. Self-control. Self-control means you have to control the mind and senses. Затем самообладание — это способность обуздывать ум и чувства. And that's again possible. И все это возможно благодаря методу преданного служения. Practice devotional service with determination. Нужно с решимостью следовать этой практике преданного служения. Determination is a much more spiritual advantage. И решимость — это обязательное условие для того, кто хочет духовно развиваться. Rupa Goswami gives us advice. As what is conducive, what's detrimental? Rupa Goswami описывает, что способствует преданному служению и что мешает преданному служению. And he says, Utsaha, Nishchaya, Dhaya, Tata Karma Pravartana, Sangha Tyage Sato, Tadir Bhakti Prasadati, you have determination. И Рупа Госвами говорит, тут Сахара нищает Дарья, нужно развить себе решимость. I travel in many parts of the world. And the questions people ask are almost the same. Я езжу по разным частям света, и вопросы, которые задают люди, они практически одинаковые. Yeah, the same questions in Russia, same type in America, same type in Africa. В России, в Америке, в Африке, в Индии одни и те же вопросы задают. Практически одинаковые. Один из вопросов, которые везде преданные задают, как мне обрести решимость, чтобы духовно развиваться? Какой же ответ? Rupa Goswami said, by bhajana kriya you can develop nishtha. Рупа Госвами объясняет, благодаря баджана крии можно достичь ништхи. Баджана крия means following a spiritual discipline, chanting, hearing. Баджана крия означает следование духовной практике, духовной дисциплине, повторение святого имени, слушание о Господе. He saw how the sparrow was determined, and then she got her son's children back. Есть пример воробьихи, которая была очень решительно настроена вернуть своих детей, и в конце концов ей это удалось. So on this spiritual path, if you wish to succeed, we need determination. И на духовном пути, если вы хотите добиться успеха, вам нужна решимость.
Not that there is the slightest agitation and saying, "Hey, this is not for me." Не должно быть так, что при малейшем сложности какой-то вы думаете, о, это значит не для меня. So determination is a byproduct of bhajana kriya. И решимость является результатом, побочным результатом bhajana kriya. Krishna says, practice devotional service with determination. И Кришна говорит, следуй этой практике преданного служения с решимостью. Remind intelligence fixedly. Сосредоточив на мне ум и разум. Mind is very active. Ум очень активный. Less active here. Или здесь у вас умы не очень активны, менее активны, да? Mind can travel at any speed, faster than sound. Ум может путешествовать с любой скоростью, быстрее звука. And intelligence. И разум. Gain the mind positively. Нужно занимать свой ум правильно. Gain intelligence positively. И разум тоже занимать правильно. So Krishna is giving us some guidelines, the proper elaborates in the purport. И так Кришна дает нам здесь советы. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет это все. I'm sure you heard this before. Я уверен, вы все это уже раньше слышали. We are so conditioned. We need to keep hearing again and again and again. Но мы настолько обусловлены, что нам нужно это слушать снова, снова и снова. So we endeavor to develop these qualities. Prabhupada used to say, you take one step towards Krishna. Krishna will take 10 steps towards you. Если мы будем стремиться развивать в себе эти качества, то, как говорил Шрила Прабхупада, если вы делаете один шаг навстречу Кришне, то Кришна делает 10 шагов по направлению к вам. So we sincerely endeavor to have good sadhana, good chanting, reading, and that shows I am determined to develop these qualities. Если вы будете прикладывать усилия, внимательно повторить Святое Имя, слушать о Господе, служить, то это будет показывать вашу решительность развития этих качеств. Если вы будете искренне прикладывать усилия, то Кришна очень хочет нам помочь. Кришна говорит, Брахма Бхута Прасанатма, Ашхотитина Кришнати. One is transcendently situated, always joyful. And Krishna также говорит, Брахма Бхута Прасанатма, наша учатина Кришнати. Тот, кто достигает этого духовного уровня, он всегда счастлив. We need to convince ourselves that spiritual happiness is better than material happiness. Нам нужно убедить себя в том, что духовное счастье лучше любого материального счастья. Согласен. We need to convince ourselves that material happiness is a beginning and an end, and the byproduct is hellishness. Нам нужно убедить себя в том, что у любого материального счастья есть начало и конец, еще к тому же результатом этих наслаждений является попадание на адские планеты. Krishna says happiness and goodness is better than beginning, sweet in the end, and which makes you up to self-realization. Кришна говорит, счастье, благость – это то, что горькое сначала, но сладкое потом, и то, что пробуждает человека к самоосознанию. What's happiness and passion? Что такое счастье в страсти? Sweet in the beginning. Это то, что сладкое в начале, bitter in the end, но горькое в конце. And we need to derive our contact with the senses, the sense objects. И это то, то есть это счастье в результате соприкосновения чувств с их объектами. So we are in the association of devotees, executing service. Then we get the strength to tolerate difficulties. Если мы находимся в обществе преданных и выполняем служение вместе с преданными, то у нас будет сила, чтобы терпеть все вот эти различные соблазны.
Общество преданных помогает нам легче справляться со всеми вызовами, с которыми мы сталкиваемся в своей духовной жизни. Если нет этого общества преданных, если нет общения с преданными, то все становится гораздо сложнее. Поэтому оставайтесь всегда в обществе преданных. Look at the good in every Vaishnava. И ищите во всех вайшнавах и вайшнаве прежде всего хорошие качества. You are the mood of service, not only to the Lord. Развивайте настроение служения не только по отношению к Господу, но и по отношению к преданным Господа. Recognize the need. I need direction. I need correction. Please tell me how I can improve my devotional career. Нужно в себе развивать вот это настроение. Я нуждаюсь в наставлениях. Я нуждаюсь в том, чтобы меня поправили. Пожалуйста, объясните мне, что мне нужно сделать, чтобы духовно развиваться, что мне нужно исправить. Слышали вот это выражение? Бог помогает тем, кто помогает сам себе. Если мы будем прикладывать усилия, Кришна поможет. Если мы не будем пытаться это делать, то что тут поделаешь? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? Есть ли у вас вопросы? I'm needing some time for questions, but I thought it's yes. Да. Хорошо. Большое спасибо, что вы говорили о доброжелательности. Скажите, пожалуйста, как развить себе доброжелательность в своем сердце? Thank you very much that you spoke about developing the kindness and friendship towards others. So how to develop this kindness and friendly feelings in our hearts? Look at the good in everyone. Нужно смотреть на хорошее во всех. How about you say, be like a bee and not a fly? Прабхупада часто говорил, нужно быть подобно пчеле, а не подобным мухи. Мухи всегда летят на мусор. И мы тоже очень любим критиковать других. Вы слышали скандал, вот, связанный с этим преданным? Но наоборот, нужно позитивно относиться к преданным. So try to look at the good. Старайтесь прежде всего замечать хорошее в других. That will help. И это поможет развивать гораздо более дружелюбные отношения. And we should all try to get off the bonding platform. Также нужно стараться избавиться от телесных представлений о жизни. False ego is a problem as long as you associate with the body. Ложное эго – это проблема до тех, которые остаются до тех пор, пока мы себя считаем телом. Of course, we can't expect. I mean, anybody for 2 years. I'm off the body platform, no, I'm completely on the spiritual platform. Конечно, мы не можем ожидать, что вот после того, как вы были преданным 1-2 года, вы говорите, ну все, я уже освободился от телесных представлений о жизни, я уже на духовном уровне. Это требует времени. По крайней мере, нужно начать к этому стремиться, прикладывать усилия. Okay. Yes. Да. Ваша Светлость, вы не можете рассказать, вы обещали рассказать о праздновании десятилетия в мире. Could you please tell about the celebration of the 50th anniversary around the world? What is done? 50th anniversary.
celebration around the world? What is done in America, in India, in other places? How do they celebrate? Well, I said yesterday, I think, had a big celebration in Washington. Вчера я говорил о том, как две недели назад была большая программа в Вашингтоне, или три недели назад. Эта программа проходила всего лишь там в нескольких кварталах от Белого дома. Может быть, Обама там из дома тоже смотрел. На Фейсбуке, может быть, трансляцию смотрел. Было хорошее празднование. We had a program in Delhi in May, I think, we do 8,000 people. В мае в Дели у нас была большая программа, посвященная 50-летию ИСКОН, где-то 8,000 человек посетило. Много подобных вот проходит программ. Все даже не знают. В Лондоне, в Англии было большое празднование. В июне, насколько я помню. И на эту церемонию, на этот праздник пришел премьер-министр Англии, посетил этот праздник. Он пришел, он предложил гирлянду Мурти Шрила Прабхупады. Он сказал, вот сейчас отмечается 50-летие ИСКОН, и мне сегодня как раз 50 лет исполнилось. Но через несколько дней, правда, он ушел в отставку. Но успел поучаствовать в праздновании 50-летия, а в отставку он ушел после того, как англичане на референдуме высказались за выход из ЕС. Еще вопросы? Дети у вас очень активные здесь. Не дают вам заснуть, это очень хорошо. Они следят за тем, чтобы вы не спали, они помогают вам своими криками, будят вас. То есть видно, что питаются хорошо, хорошие. Здоровое питание, очень активное. И активные, и полны сил. Да, пожалуйста. Гуру Махарадж, а на что нам нужно обращать внимание во время проповеди? На чем концентрироваться? What should be our concentration when we preach? What we should concentrate on? While preaching, you should meditate on the Lord in the heart and pray. Please, may I become an instrument in saving this condition soul. Во время проповеди вы должны медитировать на Господа в сердце и молиться Ему, пожалуйста, сделай меня орудием в своих руках для спасения обусловленных душ. People in your country are nice. В вашей стране люди хорошие. Здесь приезжаю в Сентуки, я хожу на прогулку в центральный парк здесь. И там мы встречаем много хороших людей. И некоторые даже позволяют нам бесплатно пользоваться какими-то услугами там. То есть люди благожелательно настроены. Можно проповедовать. Мы должны при проповеди медитировать о том, как можно спасти этого человека, как помочь ему. Okay.
Хорошо. Еще вопрос? Да. Терпеливое отношение между пленумами существует в какое-то определенное время. А когда возникают любовные отношения между пленумами? Till certain point, the devotees tolerate each other, but when the loving relationships develop between the devotees, to a certain point there is tolerance, but when the love between devotees starts. You tolerate each other's weaknesses. He means... When we tolerate each other's weakness. Пока нам нужно научиться терпеть слабости друг друга. I'm not clear on your question. When we start to love devotees, love them from day one. Нужно учиться с самого первого дня любить преданных. По крайней мере, мы стараемся совершать преданное служение. Это путь любви. We should look at the good in everyone. Нужно стараться видеть хорошее во всех. Not spread rumors. Не нужно распускать слухи. Not become party to rumors. Не нужно участвовать в этих слухах, поддерживать их. Okay. More questions. Еще вопрос. Еще раз скажите, я не слышу. Вкус материальной жизни, материальным наслаждением уже как бы угасает, а духовное еще нет. Вкус к материальной жизни угасает, а духовный вкус не появляется. И что делать, да? If the taste for material life is going down, but the taste for spiritual life does not manifest itself. What to do in this situation? Keep endeavoring. Продолжайте прикладывать усилия. The taste of spiritual life is being experienced and manifested. Ну, на самом деле, вкус к духовной жизни у вас появляется. Otherwise, you would not be here. Иначе бы вас здесь не было. Вы бы сказали, иначе, до свидания, и ушли бы. Very fine. They're still with the bodies. Means you have a taste for spiritual life. Тот факт, что вы до сих пор еще с преданными, указывает на то, что у вас есть вкус к духовной жизни. Окей. Хорошо. Еще есть вопрос? Хари Кришна, дорогие преданные, пользуясь возможностью пребывания Гопала Кришны Госвами в нашем регионе, я хотел выразить огромную признательность всем тем преданным, которые помогали нам в течение длительного срока, это порядка 6-7 месяцев, благоустраивать это помещение. В частности, мы хотели бы особо отметить несколько вайшнавов, которые проявили наибольший энтузиазм и прилагали максимум своих возможных усилий в том, чтобы переоборудовать полностью кухню для божеств, для вайшнавов. Также вот эта алтарная комната, в которой мы сейчас находимся, она обновилась благодаря их усилиям. Также те, кто регулярно посещает храм, они обратили внимание, как праздник Гору Пурнимы был переоборудован алтарь. И мы всех благодарим, но в большей степени мы хотели отметить трех-четырех вайшнавов, которые больше всего участвовали. Да, в этих скромных пакетах находятся подарки от Ядры. Я также хочу поблагодарить этих преданных, которые помогли сделать ремонт здесь, в храмовой комнате, в алтаре, на кухне.
Krishna doesn't need you. He doesn't need me. Кришна, в принципе, не нуждается в нашем служении. Или в вашем. Он Пурнам, он полон во всех отношениях. Но он дает нам возможность послужить себе для нашего очищения. Однажды одна женщина продавала яблоки. Она говорила: покупайте яблоки. Krishna very, very small. He in his hand. He gets those apples. И Кришна, он пошел к ней. Он был еще совсем маленьким. By the time he reached her, lady, all the grain slipped out of his hand. Он нес в ладошке зерна для того, чтобы поменять их на яблоки. Но пока он дошел до этой торговки, он все зернышки растерял. The lady was so attracted to Krishna's beauty, she still gave him the. Но эту женщину так пленила красота Кришны, что она отдала ему яблоки просто так. And when she looked back, what did she find? Но когда она заглянула в свою корзину, что она увидела там? У нее ее корзина была полна золотыми яблоками. И вы можете подумать: о, хорошая инвестиция. Дам 1000 рублей, их буду ждать 1 000 000 рублей от Господа. То есть, если вы служите Кришне, вы ничего никогда не теряете. Я хочу поблагодарить всех преданных, которые помогли, которые участвовали в ремонте, помогали. Назовите это преданное. Для начала я хотел пригласить для обучения подарков из рук Гуру Махараджа, а, к сожалению, этот преданный присутствует, но здесь находится его мама. Мата Жирима, пожалуйста, получите небольшой подарок вместе с Махапрасадом для Жени. Его из рук Махараджа получить, пожалуйста, книгу для него. Из рук Махараджа Бхакту Леонида, нашего электрика, благодаря которому алтарь так изысканно светится. Пожалуйста. Третий преданный, который я хочу попросить выйти на получение подарка, это Бхакта Андрей Гусев, минеральные воды. Хорошо, вот потом получит. Кто ему может передать? Ну, потом я передам. Подарок вам Гуру сделать. Также еще приглашаю Матуджу Ингу, которая вот все это помогала объяснить. Махапрасад, книга «Молитвы царя Секунди», которая под... Она также помогает преданным принимать роды у преданных, помогает. Самые особые знаки благодарности и почтения нашему Дмитрию, который помогает нам в течение полугода
мешать своим интересам, семейным, рабочим, приезжал сюда и тащил ребенка и приезжал. Это мой особый подарок бабке Дмитрию. На вопросах книги подписаны были на этом. Также еще раз я благодарю всех детей, которые не были специально отмечены, но они много проявляли помощи. Это бабка Антон, это бабка Виктор, наш актер. Они могут подойти и получить махапрасад от Гуру Махараджа в первую очередь. Бабка Виктор, Антона, к сожалению, нет.